Наталья Андрейченко закрутила роман с настоящим голливудским идолом, актером и режиссером Максимилианом Шеллом. Все началось на съемках совместного советско-американского проекта «Петр Великий». И все бы ничего, но дома Наталью ждет муж. Шелл приехал в СССР на съемки сериала «Петр Великий», чтобы, собственно, его и сыграть. На одну из главных женских ролей проходила пробы Наталья Андрейченко. Голливудский секс-символ в первый же день окружил русскую актрису вниманием. Разве тут устоишь? В это же время актрису утвердили на главную роль в картину «Зимняя вишня». Андрейченко выбирает любовь и срывает съемки Масленникова. Актриса просто не в силах расстаться с Шеллом. Очень скоро Наталья вышла замуж за Шелла. Казалось бы, началась счастливая семейная жизнь. Но ни общая дочь, ни красота, ни терпение Натальи не остановили Шелла от привычных похождений налево. Через 20 лет брака Андрейченко и Шелл официально развелись.